Вот сейчас в гостях сижу, и мне подарили такой целый большой набор семян. Ой, это огромный набор, я даже не знаю, с чего начать. Здесь, значит, что вот это такое? Смесь для балкона. Ее, наверное, можно не только на балконе, да, сажать? Ты подсказывай мне. Вот, ты сказал, что вот этот Ready Mix. Ну-ка, скажи, чего это? Дорогая серия, профессиональная коллекция. Профессиональная коллекция, серия Ready. Сальвия карликовая. Я, честно, не знаю, что это, но хочу узнать. Элитные семена из Франции. Вот, элитные семена из Франции. Здесь, а сколько здесь штучек-то вообще? Штучек-то сколько? Всего 10 семян и стоит 50 рублей. Это Rudbeckia, яркая осень. Это осенью сажать надо? Нет, это сажать сейчас. Это лекарственное растение. Да? Ой, все, мне кажется, я сейчас стану садоводом. Мне все нравится, я хочу все высадить. Завтра у меня Галя будет на даче, и мы, может быть, завтра сами. Я не умею, правда, просто семено в землю воткнула, и оно само выросло, или как? Написано, как сажать. А, здесь все есть на комплекте. И вот фирма, да, это? Да, фирма там все есть. Агроника фирма. Так, что есть дальше? Ой, камнеломка, самоцветы. Так. Есть мерцающие звезды. Тоже маленькие такие цветочки. Ой, гвоздика желтенькая. Это прям желтый, это цвет китайских императоров, цвет золота и цвет богатства. Мари Шабо. Цветение до заморозка. Лаванду можно вырастить. Лаванда? А лаванда, она растет в наших условиях, да? Да, растет у моей сестры уже третий год. Да? Угу. Вот я просто не понимаю, вот я посадила одну, дальше он как бы осенью отмирает, и я дальше сажаю? Нет, там на осень она присыпается, чтобы не померзла, а по весне она опять дальше. И кусты будут расти, 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 он будет там. И это нужно про каждое знать, вот я, например, ну, не знаю. Там все написано про лаванду. Основные эти написаны, как ухаживать, основные принципы. Ой, какое красненькое, красивое. Это календула гейша. Он прям такой красный будет, да? Прям как вот на упаковке или да, нет? Да, уже будет. Так, потом еще такой вот календула тихоокеанская красавица. Я сегодня показываю правой рукой, потому что на левой у меня уже один отвалился. Вот на коте, о котором я вам рассказывала. А, может быть, я еще это видео и не выложу. Может, я сначала семена выложу, а потом... Так, потом. Настурция махровая. Такие классные названия. Лососевый глянец. Лососевый. Так, райские птицы смесь. Так, дальше. Так, Рэдди уже рассказывали мы. Тут, получается, по несколько, да, штучек? Mm-hmm. Ой, красивые вот это бархатцы Fantastic Orange. Ой, такие названия, ну, это вообще. Циния. А, георгиновидная вишневая королева. Ой, вишневая королева. Так, а бархатцы Бонита. Низкорослая смесь. Они маленькие, да, такие вырастают? Да, очень такие компактные, симпатичные. Ну, это, наверное, надо вот для таких каких-то клумбочек таких. Они и городские, они в городе тоже их, по-моему, сажают же, да, на клумбы. Кобея, фиолетовая штука. Кобея тоже не знаю вообще. Это красивая лиана, она будет виться по беседке, прям все шикарно. Да? Она такими колокольчиками, все шикарно виться. А, то есть это нужно вот ей на крыльцо, например, где-то вот тоже можно ее, ну, да? Да, или крыльцо, или какая-то беседка, или какой-то, ну... То есть, а как вот, если ее около крыльца надо сажать, вот прям в землю, где крыльцо? Ну, где можно рядом с дверью? Можно в катку какую-нибудь посадить там, или какой-то горшок. Ой, я вообще ничего это не умею. У меня Галя это вспахивает что-то. Горшок для нервов. Посадить этот горшок, потом к какому-то столбу прикрепить и пустить ее по столбу виться. Это все столб взрастет зеленой листвой, а сама да? Она потом будет колокольчиками. Ну это в этом году или уже? Каждый год. Каждый год? Она всего лишь. Она только год отцветет и привет. А, годеция есть. Вот есть цинерария, крестовик, шедевр. Очень красивая. Цветет зимой. Она продается в магазинах, как комнатная. Тоже очень красивая. Да?
Ну, Рэдди красивый очень. А гвоздика у нас растет тоже, да? Нормально и комфортно. Это все растет в нашем регионе, да. Вот это очень красивый бархат, фантастика. Раньше прям такой апельсиновый цвет. Такой высокий. А что, надо как-то за ними ухаживать, что-то как бы вот прям поливать, что-то делать и да, вспахивать, там удобрение, да? Конечно, будешь поливать, не будет цвести. Да? На удобрение, это удобрение нужно прям каждый... Вот... Раз в неделю рекомендуется. Слушай, это, конечно, они как дети, маленькие цветочки такие, и будешь ухаживать так за ними. Ну вот, такой подарочек. А тут еще какие-то тоже другие семена, да? Что-то вот здесь... Ну-ка, доставай. Ой, это я вообще... Это мне вот подарили, представляете, столько семян. Мой друг и его мама, да, подарили. Это прям я, это першин-садовод там. Огурец, китайский змей. Слушай, я такого вообще не знаю. Я как, у меня новый мир открылся. Петрушка кудрявая. Кудрявая. Мозг Крауза 2. Так. Потом свекла мулатка. Вот. Так. Потом... Кресс-салат. Это есть его можно, да? Да, это все продается в обычном магазине, но можно вырастить и самим. О, так, редиска. Редиска. Редиска можно уже покупать. Она быстро тоже в этом году вырастет, да? Да. Ой, тут прям семена вот так вот прям. Видно сразу, какого качества семена. Патиссон белые. Патиссоны. Так, вот две штучки. Так, вот это. А, валериана, это мне прям, слушай, на это зиму. Можно, да, в горшочке на окошке вырастить. Да? Угу. И потом заваривать. Но мне вот что-то... Сушить, вот... да, как чайную. Да, но мне вот что-то вот такая валерьянка, мне нужно уже 10 выпить. Мне, наверное, организм привык. Я сначала одну пила, потом 2-3 таблеточки. Сейчас уже, мне кажется, мне вот этот валериановый куст целый будет мало. Валерианелла. Это валерианелла, это что-то другое уже. Ну, это уже, да, это в салат. А, да? Да, это уже как такой пряность для салата. Зимний салат, шпинат жирнолистный. Тоже интересно. Ой. Римский тмин. Тоже пряность. Тыква, тыква. Это по осени. Она к осени вырастет, можно из нее сделать... Болванку на Хэллоуин. Сельдерей листовой нежный. Базилик. Вот. Ну, в общем, я вся как баронесса сижу. Спасибо за подарок. Теперь будет видео першин-садовод.